Меркьюри на сцене театра «Театр». Мюзикл «Музыка жизни» на основе хитов группы Queen. Премьера от благотворительного фонда «Берегиня». Среди многочисленных участников есть и бывшие подопечные фонда тем, кому удалось преодолеть онкологию. Я заболел в 16 лет. Это вот такой вот расцвет самый. Если человек заболевает в таком возрасте, это неминуемые изменения с внешностью от препаратов. То есть это там толстеешь от гормонов, выпадают волосы, человек может замкнуться в себе. Это очень сильно ударяет по моральному здоровью. Главное человека поддерживать. Привлечь внимание к тем, кому нужна поддержка – основная цель проекта. Не жалеть, а не вычеркивать из списка общения главный посыл мюзикла и немаловажная составляющая выздоровления. Практически 11 лет уже приходим в детский арт-центр, и мы знаем, как тяжело вытащить подростка из его уныния. На это всегда тратится намного больше сил волонтеров, психологов, и с мамами тоже тяжелее работать. И поэтому вот этот спектакль, он именно как возможность поговорить с теми, кто придут на наш спектакль, о том, что чувствуют ребята на совершенно позитивной, хорошей ноте. Состояться акции помогли пермские танцевальные коллективы, артисты города и актеры театра. Они участвуют в мюзикле бесплатно. Все средства от продажи билетов пойдут на проекты благотворительного фонда «Лечение и реабилитацию детей и подростков». Это такой достаточно интересный, необычный вид благотворительности, когда вы можете прийти, сами получить удовольствие, и при этом все средства с ваших выкупленных билетов, они пойдут на помощь детям. Поэтому и у вас вечер пройдет не зря, и вы увидите хороший, качественный продукт, благодаря которому мы сможем помочь деткам. Если идея окажется интересной, проект будет жить еще очень долго. Ведь, как пел Фредди Меркьюри, «Я на земле во имя будущего, ради мечты молодых». И если ребят поддержать, это будущее мы создадим вместе. Полина Рифа, Иван Худяков, Ветта 24.